Доброе утро. Ох, сколько там. Ну, ноль. Видно, был мороз, потому что кран хотела открыть. Не течет вода. Маска. Погулять выскочил. Я пошла белье снимать. Оно же не сохнет на улице. Так, провисело 2 дня. Надо в дом нести. Ну что, включаем новый день, мои хорошие. Сегодня день, что-то дел запланировала. Но не знаю, получится у меня все, нет. И на почту бы надо. Ну, сейчас посмотрим, как чего сложится. Ой, мои хорошие, прошло буквально полчаса. И гляньте, чего произошло. Ой, как хорошо, солнышко. И небо-то прям разгулялось в момент. Во как. Как плохо, когда вот эти пасмурные дни прям такую тоску навевают. Прям не знаешь, куда деваться. Одна вот работа только и отвлекает. А солнышком, конечно, веселее. Ну, сейчас в Мурманске полярная ночь. Да, но и здесь-то уже в 5 часов темно. И расцветает 8:30. Но все равно, конечно, хоть какой-то вот день есть, и солнышко светит. В Мурманске-то нету этого. Но, хочу сказать, конечно, это какие-то тоже депрессивные состояния бывают. Но там весь город светится. Ну. А тут Черноморский еще так, туда-сюда. Да, у нас-то вообще темнотища. Как стемнело, и на улицу не выходишь. Ой. Ветер холодный. Чего, Маска? Чего? Поел с утра. Сейчас сбегал, побегал. Теперь уже домой просится. Ой. Ладно, надо идти делами заниматься. Чё, моя рыбонька? Чё? Эй, глупой. Лапой, лапой. Камушки, да. Вот эти вот из Сочи. Вот этот вот с Красной Поляны. А эти из Адлера. Так, ну ладно. Жизнь продолжается. Надо делать дела. Все жду, когда сдует этот венок. Но ничего, держится. Венок-то хрен бы с ним. Мне вот эти часы, мне ровесники. Вот их жалко, конечно. Не, перед отъездом надо не забыть снять часы. Жалко. Будет сильный ветер, не дай бог это. Ахнуться. Ой, мои дорогие, вот так вот я вляпалась. Первый раз у меня такое. Как у меня так получилось? Как я так умудрилась, что у меня начало видео, и что вчера было, и сегодня? А уже переделать ничего не могу. Простите меня, Бога ради. Ну, это вот то ли невнимательность, то ли, не знаю. Вот монтирую же, смотрю. А просто дело в том, я же делаю сразу по несколько видео, и видно, наверное, чего-то. Ой. Вот так. И на старуху бывает проруха. Простите, дорогие мои.
Ой, девочки, вот не смогла, не выдержала. Вот то, что я делала этот шар Кимикоми, да? А посмотрите, какие картины. Это из Японии дело к нам пришло. Посмотрите. Чудо. Вот это, конечно, тончайшая работа, что говорить-то. Это все надо вот надрезать, подобрать ткани, расцветку, вот это все мелкое, вот это все вставлять. Ну, красиво. Ну, прелесть, прелесть. Ну, у меня, конечно, не хватит терпения, и зрение у меня уже никакое. Ну, посмотрите, какая красота. Ну, а сами шары, ну. Ну, вот это и не так и сложно, девочки. Ну, нанести рисунок, надрезать вот так вот. Ну, посмотрите, какая красота. Ну, не чудо. И люди, и птицы, и цветы, и ой. Ну, я прям не могла не поделиться с вами. У меня терпения не хватает. Думаю, залезет ли кто-то в интернет искать, смотреть. Давайте я лучше покажу сама. Вот такие шары продаются на ярмарке мастеров. Так что то, что я вам показала, это, ну, самое простейшее. Ну, чудо ведь, правда? И вот так, не знавши, посмотришь, ну, как они это делают. А вот так. Саша сейчас разговаривала. Говорю, ты мне обещала прислать фотографии из катка. Я так по снегу скучаю. Она говорит, сейчас я тебе пришлю. Сейчас вам покажу. Я не знаю, для вас, наверное, ну, снег и снег. А у меня прям такая ностальгия. Не могу. Так хочу снег. Ну вот, мои дорогие, наконец-то я покажу вам, что я в последнее время сделала на манекене. Ну, наверх ходить холодно. Я принесла манекен сюда, но дома у меня все заставлено, заложено. Совсем нет места, где показать. На фоне окна не видно совсем. Поэтому я вам тут, где я работаю, показываю. Вот такое украшение. Современная, модная. Прям современная, стильная. Вот такие вот шары крупные. Силикон, понятно. Каучук, силикон, кто как называет. Везде по-разному. И вот такие бусины, они с таким эффектом кракле, с трещинами. Вот такое вот украшение, но это для Ларисы. Довольно длинное.
Снимаешь, снимаешь пыль эту, как видно на этом манекене. Я вот уже понимаю, почему есть девочки, которые делают, обматывают веревкой. Ну, джутом, знаете, вот так обмотал. На самом деле не видно. А тут, ну, просто вот только и опять откуда-то она берется. Ну, в общем, короче говоря, вот такое вот длинное украшение. Вот, и я еще сделала серьги к нему. Вот такие вот серьги. Сейчас я это уберу. Вот такие тоже с ящерками сережки. Очень люблю фурнитура, когда вот такая медная, с зеленым цветом. И вообще очень люблю. Но как-то делаю не часто. Потому что не хватает. Тяжело найти швензы хорошие, медные. Но очень люблю. Ну и вот этот вот чокер гранатовый. Вот честно, мне самой нравится. Мне, я делаю разные вещи, потому что сколько людей, столько и вкусов. Ну и мне, в общем-то, нравится все, что я делаю. Но есть вещи, которые особенно нравятся. Которые прям мое. Вот очень мне нравится. Вот это украшение, не помню, показывала или нет. Наверное, показывала. Но тоже мне самой оно просто очень нравится. Красивая, яркая. Бусины эти вот, ну, ручной росписи. А вот эти серьги, они мне так нравятся. Что прям не знаю, хоть себе оставляй. У меня, правда, есть еще две бусины, но не таких округлых. В крайнем случае... Если кто-то заберете, то забирайте. Ну, а это я уже показывала брошечку. Но манекен я никак ее не могу пристроить. Сейчас. Ну, вот я ее просто так приложу, чтобы видно было, как она на темном. Вот, ну это пока все, мои хорошие. Большего я, к сожалению, не успеваю делать. Хотя, конечно, хочется. Ой, ну посмотрите, а. Ну что же это за безобразие-то? Девочки, а мои розочки-то замерзшие, распустились все-таки. Ну, такие миленькие. А у меня там еще бутоны, я про них забыла. Надо пойти срезать. Ой, мои дорогие, нет закатов, хмурь и серость. Зато вон насрезала бутонов, осунулась. А их там, девчонки, жалко, но куда же ты их столько ставить-то? Что, мои дорогие, давайте прощаться до завтра. Дел еще много. Сейчас стемнеет в момент. Спасибо вам за комментарии, мои хорошие. Спасибо. Пусть все у нас будет хорошо. Прям вот все хорошо. Ну, пусть не замечательно, но чтобы было все хорошо. Не болейте, мои золотые. Не болейте. Я не знаю, кого можно попросить всем здоровья. Кто на это откликнется. Но очень хочется. Чтобы люди жили долго. Вообще, вот представляете, вот
жили бы люди столько, сколько им хочется. А вот когда уже стал человеку там лет 150, и надоело ему все это, и он говорит: все, хочу завтра умереть. И умер спокойно себе, без боли, без всего. Отошел в мир иной. Да, вот как говорят. Вот именно, отошел. Ну, почему так в жизни не бывает? Так хочется, чтобы вот так было. Пусть человек живет до тех пор, пока ему интересно жить. Ну, это какая-то утопия, конечно. Поэтому, мои дорогие, постарайтесь не болеть, не грустить. Поменьше внимания обращать на всякую ерунду. И берегите себя. Берегите себя и своих близких. Все, я вас обнимаю, целую, мои дорогие. Пойду ставить вазочку. Пока-пока.